Сезон простуд еще не начался, в поликлиниках Благовещенска уже очередь. На прививку те, кто заботится о своем здоровье, говорят, заразиться ОРВИ и гриппом легко, а вот вылечиться порой бывает сложно. Самый действенный метод профилактики этих заболеваний, убеждают медики, прививка. Первыми защищают малышей, причем уже с 6 месяцев. Затем вакцину ставят каждый год. Ему 5 лет, прививаем, как положено, по возрасту раз в год. Я считаю, важны прививки. Прививочная кампания стартовала в области 27 августа. К ней активно подключились медицинские организации. В поликлиниках ежедневно прививают более 50 маленьких пациентов. Также медики работают в школах и детских садах, где проводят массовую вакцинацию. Вакцина достаточно безопасная для детей. Детки переносят хорошо ее. Дети находятся в группе риска, поскольку иммунный ответ несовершенен. И ребенка, его иммунную систему нужно подготовить к возможной встрече с вирусом гриппа, поскольку он сезонный, да, осенне-зимний период. Ожидается сезонная вспышка ОРВИ и гриппа, поэтому ребенок должен быть защищен. Защищают не только детей. Прививку ставят педагогам, работникам образовательных учреждений и медработникам. В группе риска и пожилые амурчане. Для пенсионеров грипп опасен различными осложнениями. Самое распространенное – внебольничная пневмония. А потом не болеем. Год не болеем. Не год, а зиму самое главное. Зиму самое главное не болеем. По телевизору сказали, что прививка начинается, и мы тут сюда. В Амурском Роспотребнадзоре подчеркивают, прививаться необходимо именно сейчас, до начала сезонного подъема заболеваемости, пока на улице не холодно. В этом году перед началом прививочной кампании амурские медики получили отечественную вакцину «Совигрипп». Всего более 150 тысяч доз. Против трех типов гриппа. Грипп А, штамм H1N1, или испанка, как по-другому называют, грипп А, штамм H2N3, или гонконгский, да, который мы ожидаем в текущем эпидсезоне, и против гриппа Б. Данную вакцину мы уже получаем на протяжении последних 3 лет. Вакцина переносится очень хорошо. За последние 3 года поствакцинальных осложнений зарегистрировано не было. Пока в области привито более 150 тысяч жителей, из них 75 тысяч – дети. Прививочная кампания в Амурской области продолжается. В этом году она проходит под хэштегом «Грипп Амур привит». Завершить вакцинацию планируется в конце сентября. Денис Свириденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.